Добро пожаловать на мой канал. В этом видео вы узнаете новый промокод в Роблоксе. С помощью этого промокода вы сможете получить бесплатную вещь в Роблоксе. Но перед тем, как начать мое новое видео, зайдите, пожалуйста, на мой второй канал. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео и в подсказочке. Я буду очень рада, если ты зайдешь и подпишешься. Теперь давайте поближе к теме видео. Сегодня, как уже сказала, я вам расскажу и покажу новый промокод, а также ту самую бесплатную вещь, которую мы получим за этот промокод. Итак, ребята, давайте зайдем на ту страничку, куда нужно нам вводить вместе с вами промокоды. Если что, ссылочку на эту страничку я оставлю в описании, поэтому можете тоже заходить и вводить этот промокодик. Я уже готова вводить новенький промокод, и давайте его вместе с вами напишем. Я вставляю название, и нужно дописать еще одну важную букву. Все, я дописала весь промокод, теперь ваша задача просто его запомнить. Давайте я вам пока что расскажу, в честь чего вышел этот промокод. Он вышел в честь того, что у Роблокса на Твиттере теперь есть 100 тысяч подписчиков, но на Роблоксе не обычном, а именно на испанском Роблоксе. Поэтому в честь этого нам дали вот такой вот классный промокодик. И давайте посмотрим, какую бесплатную вещь мы получим с помощью этого промокода. Для этого нам придется его ввести, поэтому давайте нажмем зеленую кнопочку. Мне написали, что промокод мой успешно введен. Здесь видите, все зелененько, значит, все успешно ввелось, и значит, я получила себе в инвентарь какую-то бесплатную вещь. И давайте как раз ее посмотрим. Зайдем в Roblox себе в аватар. Так, заходим и давайте смотреть. Вот такую вот бесплатную вещь мы получаем. Давайте себе ее примерим. Так, давайте подождем, пока загрузится. Кстати, вещь очень прикольная. Здесь даже есть значок Roblox и написано 100 миллионов. Миллионов, 100 тысяч, скорее всего, не имели в виду, как 100 тысяч подписчиков в Твиттере. Давайте подождем пока что загрузочку и посмотрим, как будет выглядеть на мне этот рюкзачок. Вот такой вот рюкзачок получается. Мне кажется, этот рюкзак рассчитан на квадратных персонажей. Просто посмотрите, какое тут огромное пространство между ручками и между моим персонажем. Поэтому я думаю, если у вас квадратный персонаж, вам должен этот рюкзачок очень подойти хорошо. Давайте посмотрим, очень классный рюкзак, очень такой вот приятный цвет. И в общем, мне нравится эта бесплатная вещь. Мне кажется, каждый может прямо сейчас зайти и получить. Никому она точно лично не будет у себя в инвентаре. На этом мое новое видео заканчивается. Всем большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, получилось ли у вас забрать эту бесплатную вещь. А если вы хотите узнавать про новенькие бесплатные вещи в Роблоксе первыми, то подписывайтесь на мой канал и не пропускайте ни одну бесплатную вещь. Также поставьте колокольчик, чтобы вам всегда приходило уведомление о новых моих видео. Поставьте лайк под этим видео, ведь вам не трудно, мне будет очень-очень приятно от каждого вашего лайка. Встретимся в новом видео, всем пока!